Итак, друзья, вы знаете, какая у нас тема? А? Не знаете? Я вам скажу. Или же помолимся, чтобы Дух Святой вам открыл. Наша тема – это Израиль и церковь, это взаимоотношения церкви и Израиля. На первый взгляд, непростая тема, но в то же время и очень простая тема. Как-нибудь обозначить эту тему, или так просто Израиль и церковь, или взаимоотношения Израиля и церкви, или церковь и Израиль, как вам вот понравится, так и напишите. Но суть всего, о чем мы будем говорить, это взаимоотношения христианства, христианской церкви, в том виде, мы поговорим о том виде, в котором христианская церковь была в раннем периоде, и также о современной церкви. Итак, наш быстренько я пробегу план. Я надеюсь, что у нас мы за 3 дня уложимся. Итак, план наших занятий. Первое. Это не обязательно записывать, просто послушайте для интереса. Мы поговорим о том, почему именно Израиль, потому что с Израиля все началось. Второе, мы поговорим о таком сравнительный образ, мы посмотрим Израиля и церкви. Мы посмотрим третье, картину ранней церкви, мы посмотрим на раннюю церковь, какова она была. Четвертое, мы затронем, конечно же, проблематику взаимоотношений Израиля и церкви. Пятое, мы поговорим о пророческих образах церкви в Ветхом Завете. И если успеем, то, конечно же, ну, в любом случае мы успеем, потому что, если что, я где-то что-то сокращу. Израиль и церковь сегодня. Вот обширные вопросы, но Дух Святой поможет нам поговорить в эти дни. Аминь. И, пожалуйста, кто следит за... Я должен сам следить за временем? Или... А, там все... А, окей, спасибо. Хорошо. Итак, первый наш пункт, о котором мы поговорим, это почему именно Израиль. Ну, начнем мы, конечно же, из Слова Божьего, и давайте мы сразу же пойдем в послание к Ефесянам, 2 главу, и мы сразу обозначим вот суть нашей темы. Это вообще базис, это такой базисные стихи, которые мы посмотрим с вами, послание к Ефесянам, 2 главу. Где вы, братья ефесяне? Вы знаете, как послание к Ефесянам называют? Богословы? Королева посланий, совершенно верно, вы знаете, конечно же. Королева посланий. Почему королева посланий, послание к Ефесянам? Здесь вкратце, всего лишь в 6 главах, ну, мы помним, что письма не были в главах, это уже чуть позже было все сделано, но сам факт, в этом послании апостол Павел, он в такой краткой форме, чтобы не сказать в тезисной, он излагает целый ряд очень таких глубоких богословских истин, которые необходимо нам с вами понимать, как верующим людям, что Иисус сделал, кто мы в нем. И, в общем-то, вопрос церкви затрагивается именно здесь и поднимается очень четко в этом послании. Послание не было предназначено к одной церкви, хоть и называется послание к Ефесянам, послание, так называемое циркулярное послание. То есть это было послание, которое циркулировало по церквям, и это было к разным церквям. Чуть позже его назвали одним именем, послание к Ефесянам. Но в любом случае... Мы читаем 2 главу. Наша цель не изучить все послание, наша цель увидеть вот ту суть нашей темы. Наша тема – взаимоотношения Израиль и церковь. Аминь? Аминь. Итак, 2 глава. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили», я читаю прямо с 1 стиха, «по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям». Сразу обращаем внимание. «Вы, мы». Видите, да? «В котором вы некогда жили». Второй стих, третий стих. «Между которыми и мы все жили некогда». Вот «вы, мы, вы, мы». «По нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас,
нас. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, тут уже вот наконец, мы все, Его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, а в 11 стихе опять разбивка идет. Помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, чтобы вы были в то время, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, обещания, не имели надежды и были безбожники в мире. Ну, реально, язычники вот такие вот были. Да? То есть ни заветы, ни какие обетования им вообще, даже мечтать об этом нельзя было. А теперь 13 стих. Во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близкие или близки в синодальном кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы. То есть язычники, оказывается, были пришельцами. Когда спрашивают про пришельцев, есть что-то в Слове Божьем? Есть. Вот они, пришельцы. Кто такие, оказывается? Но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, им имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь жилище Божие Духом. Итак, центральная мысль второй главы, что из двух, вот эта проблематика, которую мы затронем чуть позже, проблематика между вами и, или нами, или вами и нами, как говорит апостол Павел, обозначая чуть дальше, язычники и евреи. Вот эта проблематика, которую подкинул враг душ человеческих, дьявол, дух антисемитизма, который он заколопуцал еще в древние времена, и мы это видим и в писаниях, и по сей день, к сожалению, он есть, но он, конечно же, тот, кто в нас, тот больше того, кто в мире. Аминь. Так вот, вот это вот разделение на нас и вас во Иисусе Христе, оно упразднено. И если бы все понимали эту истину, то проблемы между церковью и Израилем, от церкви к Израилю, вот так скажем, не было бы. Дело в том, что вот эта идея из двух одно, она очень мощная, сильная, и просто как закидываем вам мысль, просто поразмышляйте над этим, что на самом деле ребенок Божий, он не принадлежит никакой национальности. То есть почему я поднимаю сразу же этот вопрос? Чтобы мы не будем больше возвращаться к вопросу национальностей, да, но сразу поставить все точки над «и». Когда, потому что я очень большой акцент сейчас вначале сделаю над избранием народа Израиля, который не понимает церковь. Почему церковь где-то конфронтирует
там, с еврейством в целом, с Израилем, с еврейским народом, и это перекидывается иногда и на мессианское движение. Потому что церковь не всегда, когда я говорю церковь, я говорю вот классический вариант христианства, не всегда понимает эту важную истину, что Бог избрал Израиль. К сожалению, не всегда и Израиль понимает эту истину, зачем Бог избрал Израиль. Да, я говорю о классическом еврействе, да, и это тоже подливает свое масло в огонь. Но, в общем-то, если церковь бы понимала эту идею, зачем Бог избрал Израиль, то сегодня бы гораздо бы легче было бы всем жить, наверное. Аминь? Аминь. Так вот, идея, что из двух одно, когда мы говорим, будем говорить о церкви, а мы уже говорим о церкви, то я буду говорить в контексте именно этой истины, что когда я говорю церковь, я не имею в виду церковь прославления, церковь слова жизни или победы, или мессианская община. Когда я буду говорить церковь, я буду иметь в виду вот в этом смысле, в этом значении. Угу. То есть сразу же я попрошу, вы здесь достаточно, ну, наверное, больше меня знаете правильность тех или иных слов, я имею в виду там на иврите и так дальше. Так что воспринимайте меня адекватно и правильно. Хорошо? То есть если я говорю церковь или во имя Иисуса Христа, это не значит, что я не люблю Машиах говорить или говорить Кахал, я не знаю, как правильно Кахал, но Гагал знаю, как сказать. Да? Но в любом случае я говорю вот в свете библейской и истины. Так что воспринимайте правильно. Итак, церковь. Это из двух одно. Это еврей и не еврей. Новый человек. Когда апостол Павел говорит здесь о новом человеке, что из двух создан один новый человек, он употребил слово здесь такое, как бы значение этого слова, оно таково, что такого не существовало. Вот можно сказать, у меня есть там телефон, да, вот у меня есть телефон. К примеру, он новый телефон. У меня был старый телефон, а теперь у меня новый телефон. Я говорю, это новый телефон. Но по своей сути таких телефонов много. То есть как индивидуальность он не уникален. Понимаете? Но то, что Павел сказал из двух одного нового человека, он сказал то греческое слово, потому что мы знаем, что послания писались на греческом языке. Он назвал, дал такое слово, которое дает понимание совершенно нового, которого еще не существовало. Представляете? То есть мы с вами, уверовавшие в Иисуса Христа, мы с вами, уверовавшие в Мессию, независимо от того, еврей или язычник, мы стали новым, эксклюзивным, абсолютно новым человеком, таким, какого еще не было. Представляете? Это радостная весть на самом-то деле. Слава Богу. Так вот, друзья мои, это то, от чего мы отталкиваемся. И давайте пойдем теперь вспомним какие-то моменты, какие-то идеи. И первый пункт мы сказали о том, что мы будем говорить, почему именно Израиль. Почему именно еврей и язычник, а не украинец и там кто-то еще. Да? Почему не... Ну, потому что украинцев тогда не было. Может быть, кому-то это тоже печально услышать. Но тогда их не было, когда Бог избрал Израиль. Да, но почему там не сирийцы там, или там, вавилоняне? Почему именно израильский народ? Почему именно евреи? Павел говорит о евреях и всех остальных. Вот почему? Вот давайте чуть-чуть поговорим об этом. Итак, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 22 стих. Откройте. Иисус говорит здесь достаточно откровенно. Он говорит здесь однозначно. 4.22. Иоанна 4.22. Я думаю, вы помните эту историю, его вот этот вот разговор с женщиной, когда они возле колодца встретились. И здесь женщина говорит, в общем-то, истину какую-то там о поклонении, задает вопросы, а Иисус говорит ей: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев».
Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев. Мы знаем, чему кланяемся или кому поклоняться. Почему мы знаем? Вот потому что спасение и от иудеев. Итак, друзья мои, история спасения. Когда мы смотрим на Израиль, мы можем сделать ошибку и смотреть на Израиль сугубо как на народ. Вот в рамках какой-то геополитики. Тогда мы можем спотыкаться в данном вопросе. Но когда мы смотрим на Израиль с библейской перспективы, и, в общем-то, церковь именно так и должна смотреть на Израиль с библейской перспективы, то мы обнаруживаем, что Израиль — это не просто народ. Израиль — это история человечества в миниатюре. История спасения, она напрямую связана с историей Израиля. Вот это красная нить искупления человечества. Я думаю, ни для кого не секрет здесь, что Бог возлюбил, любит, в принципе, всех людей. Да или нет? Аминь, конечно же. Но история искупления для всего человечества, она впрямую связана с народом Израиля. И именно по этой причине Господь, Он избирает себе Израиль. Я не буду глубоко в эту тему идти, я надеюсь, что у вас подобные темы есть. Там и причины избрания там, и так далее, и тому подобное. Но в любом случае, история спасения – это история Израиля. Божественное воплощение божественной идеи спасения. Вот так вот говорят богословы. Божественная идея, воплощенная. Или в божественном спасении. Бог, Он задумал, Он замыслил, Он предопределил, если хотите, в правильном смысле этого слова, предопределил спасти все человечество. И вот израильский народ, он оказался вот тем избранным народом, или Бог создал для себя народ, если так, может быть, грубо сказать, но не совсем корректно, но тем не менее, это факт. Он создал народ, через которое придет спасение ко всем остальным народам. Реально, Иисус, Он не мог родиться среди украинцев. Иисус, Он не мог родиться среди там, римлян, тогда римской, или там, греков, или кого угодно. Не мог. Потому что все другие, кроме Израиля, они не поклонялись Богу живому. Но не мог Иисус родиться в народе, который не знает Бога живого. Не мог. Аминь. Нужен был народ, который поклоняется Богу живому, и там родится, и в этом народе родится Спаситель. Это важная идея, важная мысль, причем мысль, которая достаточно емкая, и понимание этой мысли таково, что народ для благословения всех остальных. То есть эксклюзивность израильского народа, которую иногда мы можем... Что интересно, даже не евреи могут как-то вот двигать идею эксклюзивности израильского народа. Она заключается не в самой эксклюзивности, а не в каком-то странном отношении Бога ко всем остальным, а именно эксклюзивность в вопросе спасения для всех. Бог нашел народ, который станет благословением, или через который придет спасение для всех народов. Аминь или нет? Иеремия, 31 глава, 3 стих. Мы говорим сейчас, почему именно Израиль? Иеремия, 31, 3. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Тут же Исаия 43 открываем. Сначала Иеремия 31.3, а теперь Исаия 43. Исаия 43 глава. С 1 по 5 стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя.
Ибо я Господь Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя». Итак, мы видим, что какой-то особый разговор есть у Бога с Израилем. Да, через пророков Исаию и Иеремию мы однозначно видим, что Бог, Он говорит о вечной любви, Он говорит о какой-то особой грани или особенном проявлении любви Божией к израильскому народу. И Бог действительно любит израильский народ. И я бы сказал так, что у Бога есть серьезный роман, любовный роман с израильским народом. При всем уважении ко всем остальным, Он любит всех. Но у Бога есть роман с израильским народом, любовный роман. И он еще не закончен, он длится, и он вообще вечен, как тут написано. Да? Он будет вечен. И повторюсь, но идея в том, что через израильский народ спасение явилось, как Иисус сказал, спасение от иудеев, и спасение уже явилось всему человечеству, всем народам. Бог, Он не относится с претензией к другим народам. Хоть мы и читаем здесь, что за тебя отдам те-то народы, но в любом случае в Иисусе Христе, вот вершина всего, в Иисусе Христе все народы соединены. Аминь? Или не аминь? Аминь. Итак, друзья мои, причина вот такого особого отношения Бога с Израилем, я сейчас сразу же говорю смешанно, но сразу говорю, как вводное такое, закидываю разные какие-то грани, но смешанно говорю о двух вещах. С одной стороны, нет эксклюзивности в израильском народе, да, с точки зрения превосходства над другими народами, да, вот эта проблематика национализма, она в каждом народе она присутствует, проблематика. Но с другой стороны, есть эксклюзивность израильского народа. Да, и эта эксклюзивность в том, что через израильский народ, через евреев пришло спасение для всего человечества. И есть еще одна грань, есть особые отношения Бога, тем не менее. Есть особые отношения. Знаете, как Иисус, Он, Господь Иисус с учеников, 12 учеников у Него было, у Него со всеми ими были близкие, в общем-то, отношения. Но мы знаем, что Иоанн почему-то говорит о себе, что ученик, которого больше всех любил Иисус. Да, то есть, и это очевидный момент, потому что мы видим, что даже Петр, он, когда вот этот вопрос, кто там предаст, кто предатель, Петр, он не спрашивает напрямую, а он именно Иоанну там делает знак, давай как-то спроси, тебе-то уж точно скажут, типа, да. То есть, это очевидно, что Иисус, он всех учеников любит, Он Иуду любит, Он до последнего протягивает ему руку, да, то есть как бы мы видим вот эту вот невероятную любовь Господа даже вот к тому, кто его, кто стал предателем, но в любом случае мы видим, что тем не менее есть какие-то особые отношения с Иоанном. Да или нет? Вот так же и здесь. С одной стороны, никакой эксклюзивности израильского народа нет по отношению к другим народам, то есть каждый народ, в общем-то, народ. Но с другой стороны, есть эксклюзивность, есть грань, которая является эксклюзивностью. И эта эксклюзивность в том, что спасение именно через евреев придет. Богу нужно было сделать эксклюзивный народ, который точно знает его. Чтобы Иисус, Мессия, Спаситель, Мессия родился в этом народе. И спасение пришло до края земли. Но и еще есть грань особых взаимоотношений. Бог любит все народы, как Иисус всех учеников. Но, тем не менее, у Иисуса были особые отношения с Иоанном. Точно так у Бога есть особые отношения с израильским народом, и я это называю любовный роман, как ни крути. Аминь. Итак, откуда вот это особое отношение? Откуда же оно взялось? Почему мы тут читаем в Исаии, в Иеремии, в Иезекииле вот эти особые чувства, которые Бог проявляет? Где начало, где все, откуда все пошло, где это все взялось? И традиционно, конечно, мы должны сказать о происхождении вот этого момента. Это
патриарх. Кто? Авраам, конечно же. Авраам, который хоть не был евреем, вот в сегодняшнем смысле слова, да, который пришел из Ура Халдейского, который что там в этом в Харане останавливался, и потом, наконец, слава Богу, пошел, и все хорошо. И мы знаем, что об Аврааме сказано, кто он? Он друг. Да, про отец, конечно же, вот во взаимоотношениях с Богом. С Богом он друг Божий. Иакова 2.23 мы можем так очень быстренько давайте откроем, как бы, чтобы у нас все было основано на Божьем Слове. Что никто не придумал это. Это написано в Слове Божьем. «И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». То есть Бог назвал Авраама своим другом. И вот эти невероятные отношения, которые Господь подкрепил, закрепил заветными отношениями, договором, да, с Авраамом, они настолько мощные, настолько они прочные, настолько они сильные, что по сей день никто не может разрушить этот договор, этот завет, который Бог заключил с Авраамом. Аминь. Итак, происхождение израильского народа именно здесь кроется, или вот эти происхождение этих отношений, вернее, Бога к израильскому народу кроется здесь, во взаимоотношениях с Авраамом, в Бытие 12 главе. Давайте мы посмотрим. Но даже вот в этих обетованиях, вот в Божьем этом обетовании Аврааму, Исааку и Иакову, мы обнаруживаем, что Бог нацелен на них и на один народ, но через них он видит все остальные народы. Вот Бытие 12 глава, вот призыв, традиционный призыв Богом Авраама. И помним, да, то есть как бы Авраам тут еще не еврей, вот в том смысле, как сегодня понимают. «И сказал Господь Аврааму, пойди из...» То есть вопрос не в национальности, короче, вот что я имею в виду, да. Вопрос в каких-то других взаимоотношениях Бога и человека. «И сказал Господь Аврааму еще, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Наверное, вы давно уже замечали, читаете слова, вот последнее слово, «в благословении», то есть ты будешь, другими словами, благословением, да, то есть благословением для других. «Я благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляну, и, внимание, и благословятся в тебе все племена земные». Аллилуйя! Все племена земные. То есть даже заключая, вот в чем есть ошибка какого-то вот одностороннего взгляда на взаимоотношения церкви и Израиля. Израиль, он видит свою эксклюзивность, и Авраам, помните, как Иисус, общаясь с фарисеями, там он им говорит об Аврааме, а они говорят о свободе, вернее, они говорят, мы никогда не были рабами, и вообще отец наш Авраам. То есть очень, Израиль, он очень сильно себя связывает с Авраамом, очень сильно. Но в действительности мы видим, что Бог, призывая Авраам, и это правильно, как бы это патриарх, конечно же, израильского народа, но мы видим, что Бог, говоря, призывая Авраама, он в Аврааме видит племена земные. Церковью это не оценено, откуда и конфликт есть между церковью и Израилем, что церковь, например, присвоила Авраама себе, Израиль присвоил Авраама себе, каждый взял Авраама к себе, и Израиль не видит суть призвания Авраама, это благословить все племена земные, а церковь не видит, что таки Авраам патриарх израильского народа. Да или нет? Дальше Исаак. И давайте прочитаем обетование Исааку. Вы знаете эти места Писания, да? Я надеюсь, что это вот обетование, вот то обетование, которое Бог говорил Аврааму, суть призвания это Авраама, суть призвания его из Ура Халдейского, это благословить племена земные и произвести народ.
произвести народ через него и через народ благословить все племена земные. Бытие 26 глава, со 2 по 5 стих, мы быстренько прочитаем обетование Исааку. «Был голод в земле сверх прежнего» — это первый стих. И второй стих. «Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли эти, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему всю землю сию, благословятся в семени твоем все народы земные». Аллилуйя! И теперь Бытие 28 глава рядышком, обетование Иакову. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. Ну, историю эту не будем освещать, я думаю, вы помните его суть его путешествия. «И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле». Бытие 28 глава, я читаю уже 12 стих. «А вверх ее касается неба, и вот ангелы Божьи восходят, они сходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит: я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Аллилуйя! Вот оно, обетование патриархам. И в действительности, ну, так, в узком кругу, чтобы не раздражать общественность, можно однозначно сказать, например, мне, кто не является, ну, может быть, где-то там что-то и есть, каждый христианин хочет, чтобы где-то там что-то было еврейское. Как-то так повелось, по крайней мере, в евангельских, в харизматических церквях, из-за такого, ну, особой любви к израильскому народу, культуре. Но в любом случае, но читая вот эти стихи, я, скажем, такой среднестатистический украинец, могу себе... Ух ты! Так Авраам, Исаак, Иаков, патриархи израильского народа, и мои могут быть патриархи, если я уверовал в Иисуса Христа. По большому-то счету. Тут же говорится в обетовании, что вот я в этом обетовании, все племена земные, это и я тоже там. Аллилуйя. Когда церковь начинает понимать эту вещь, все, сразу же спадает градус какого-то, я имею в виду, если церковь обнаруживает, ну, превосходство, да, если церковь считает себя, мы затронем тему замещения, доктрины замещения однозначно, но спадает градус вот этого неприязни или конфликта, все, тогда можно сказать, что, ну, если я уверовал в Иисуса Христа, то, в общем-то, я тоже могу себя, вот если я ищу и никак не могу найти еврейские корни у себя, а как, повторюсь, так повелось, что христиане как-то хотят найти у себя еврейские корни, то я могу смело сказать, ну, даже если по метрике я не могу где-то что-то там найти, то по вере в Иисуса Христа, аллилуйя, я могу найти, потому что верующие все суть дети Авраама. По духу, аминь, мы дети Авраама. А опять мы возвращаемся к вот этой идее соединения. Потому что, когда мы читаем в послании к Ефесянам, что из двух одного, мы видим этот замысел Бога соединить в одно и сделать детьми Божьими каждого человека, да, все народы, в общем-то, через веру в Иисуса Христа, мы видим еще это здесь, в этом благословении. Потому что Бог, говоря о благословении Авраама, Исаака и Иакова, Он говорит это благословение, что вот я благословлю тебя, твоих потомков, и мы выхолащиваем сугубо израильский народ, а он говорит: и благословятся в тебе все, или в этом семени, все племена земные. Аминь. И в принципе тут
Все непонимание можно и отодвинуть. Все, мы все, оказывается, одно. И мы судети Авраама. Ну, как минимум, по вере, а кто-то и физически. Аминь, слава Богу. Итак, мы уходим на перемену с идеей, что наша тема – это взаимоотношения Израиля и церковь. И сейчас мы разбираемся с тем, почему, откуда пришла эксклюзивность Израиля и вообще, почему Израиль. Аминь. И вторая важная мысль, что во Христе у нас нет проблем. У нас не должно быть проблем во Христе. Да, то есть мы дети Авраама по вере. Все, точка, перемена, 10 минут или сколько там.